Первой точкой визита стал кардиологический центр «Альянс Клиник», расположенный на базе Ульяновской ЦККБ. Здесь Татьяне Владимировне продемонстрировали современное оборудование и рассказали о том, каких успехов удалось добиться центру. Так, за 2016 год здесь было выполнено 630 операций по стентированию, и более 1000 пациентов получили диагностические процедуры. Все это спасенные жизни. По мнению Татьяны Яковлевой, кардиоцентр заслуживает высокой оценки хотя бы потому, что благодаря ему удалось серьезно сократить число смертей от инфаркта и инсульта. Такие сосудистые центры, и правильно Сергей Иванович, ваш губернатор, делает, что он открывает их, чтобы они были очень доступны. Что главное при оказании помощи при инфаркте и инсульте? Время. Время, плечо доставки, оно не должно, так мы называем, терапевтическое окно. Час. Если ты в течение часа не помог больному, все, он или инвалид, или умер. Вот это нужно, чтобы в Ульяновской области была доступность и соблюдалось вот это время оказания медицинской помощи. И этот центр эту функцию стал выполнять. И сразу пошло снижение смертности. Второй точкой визита стал детский стационар на улице Льва Толстого. А точнее, открытая реанимация, которая начала свою работу 7 марта. Учреждение уникально не только для нашей области, но и для России вообще. Оно отличается тем, что родители здесь могут находиться вместе со своими тяжело больными детьми, что в свою очередь позволяет детям легче переносить течение болезни. Родители имеют возможность помыться, приготовить еду и немного отдохнуть. Также они проходят краткий курс обучения по уходу за детьми. Вот что сделала Ульяновская область. Они пошли и просто очень грамотно организовали этот процесс, что маме удобно прийти, есть комнатка, какие тут деньги нужны, правда? Есть комнатка, где она может посидеть, даже и видеозапись идет, что можно посмотреть, да? Потом прийти в реанимацию, поухаживать за ребенком. В общении с ульяновскими врачами замминистра высказалась за то, чтобы по примеру открытой реанимации создать отдельное паллиативное отделение, в котором бы находились безнадежно больные дети. Потому что пока здесь находятся и те дети, которые могут выздороветь, и те, которым медицина помочь пока бессильна. Третьей больницей, которую посетила Татьяна Яковлева, стала детская поликлиника номер 9 на улице Генерал Мельник. Открытое в 2016 году медучреждение соответствует всем высочайшим требованиям, начиная с ресепшена вместо регистратуры и полной доступности для инвалидов, и заканчивая яркими халатами на врачах и мультфильмами на телеэкранах. С приема, с массажа. Ты мой сладкий, ты мой здоровенький. Пусть да? Даже успокоиться с массажа не можешь. Ой, ты Масечка, ты моя. Вы здоровенькие пришли, да? Да, ты да, хорошие. Хороший ли у вас педиатр? Да, очень хороший, очень, нам очень нравится. Как педиатр это зовут? Ой, ну мы больше как у нас медсестра больше к нам приходит. Да. Она чаще по домам. А участкового-то педиатра были уже на приеме? Как вы взяли с вас? А, вот хорошая она у вас такая, да? Вот слава Богу, что нравится. Эта поликлиника откровенно поразила заместитель министра. По ее словам, именно такими должны быть детские медучреждения по всей стране. Завершился визит Татьяны Яковлевой в Ульяновск совещанием в правительстве, на котором обсудили вопросы развития областного здравоохранения. Игорь Улитин, Юрий Коникин, Новости дня, Ульяновская правда.